Ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, 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 я без тебя. Всем привет, всем привет. Канал «Пиратская жизнь». Так, я и Лиссабон отправляемся на прогулку. Сейчас надо до неба. Ну, короче, нам либо до неба, либо не до неба. Вот. Нам надо заняться бабками, бабками, денежками. Деньги, деньги, деньги. Деньги, 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 денюшки. Слаще пирога, милые девушки. О, красота. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая прелесть, девочки. О, видите, что с человеком делает? Анализы в норме, как говорится. Хорошеешь, молодеешь. Вообще. У меня вторая молодость, девочки. Мне кажется, я в молодости так лучше это хорошо не выглядела, как сейчас. Все, что замазывали, высохло. Только белесенькое все. И все, все, раз, раз, раз. Все зашвыркали, все затерли. О, я чувствую, скоро они будут это тут шкурить. Да, это будет вообще жопа. Причем, знаете, причем вот это все летит к нам в квартиру. Просто вот через этот. Через швы. А здесь что они заделали? Вроде делали, делали, все равно вот тут шов торчит. Или это делали? Плохо делали. Плохо заделали. Да. Ну да. Здесь вот тоже в листья вон грязище. Че? А нет, тут вон тут, вон тоже, видишь, смотри. Да вижу, вижу. На второй этаж. А они, кстати, как раз на втором этаже, там еще склад. Там, где вот эти почтовые ящики. Застренные стали. Ну да. Реально. Вот. Дверь еще, кстати, надо будет вот эту вот тоже протирать. Вот не знаю, соседи будут протирать, не будут. Мне тоже, знаете ли, не до этого. Я свою дверь протру, а уж они как хотят. Хотят протирают, хотят не протирают. Я уже устала все делать. Убираться, все делать, да. Я чувствую, скоро Новый год. Скоро у нас опять будут елки. Метелки тут валяться. Ну, поживем, увидим, посмотрим. О, смотрите, видите, тут что? А видите, тут что? Что-то прям как-то грязненько так. Что-то поначалу я их похвалила, говорю, что они такие молодцы, все собрали. А тут сейчас вот видите, прям не очень. Что творится вообще жизнь. Вован, ты будешь так ходить до зимы, что ли? Да. Да? Не, кстати, у него теплая вот эта кофта. Вот нравится ему так ходить. Вот. Голову все отморозишь. Что с тобой делать Ничего буду? Ничего не будет. Ничего не будет? Ты голову отморозишь? Что с тобой делать-то буду? На блин, улице минус 2. Ой, а ой, а ой. Вам мне 36,6. А в тебе 36. Не знаю, я вот замерзла, я вот оделась. А этот ходит. Все. Жилетка, видишь, какая универсальная? И на зиму хватит, да? В небо приехали. Ну что, где наши 300 тысяч? Где наши 300 тысяч? Сейчас пошли добиваться. Выиграть. Как думаешь, уже розыгрыш прошел? Да? А вдруг нет? Давай, может, сейчас выиграем? Может, хотя бы соточку выиграем, а? Я верю в нас. Я верю. Мы выиграем. Мы выиграем. Мы везучие, мы фартовые. Давайте выиграем, выиграем, выиграем. 100%. Ну что, где тут деньги раздают? Кто раздает? Где деньги? О, смотри, там что-то это. Деньги, вон, вон. Пойдем в ящик. Прыгнем. Смотрю просто. Ой, я поняла. А, это вот купончики. Слушай, много их там было. Обалдеть. Надо. Ура, мы выиграли! День рождения, ТЦ, небо. А. Дети беснуются. О, смотри, как красиво сделано. Фотозона. Все красиво. О, смотри, смотри, смотри. Да, да. А. Смотри, смотри, как прикольно. Лопы. Можно тоже полоп? Отчетность, отчетность делаю. Вот смотри, какая фотозона прикольная. Вообще здорово. Класс.
красота. С днем рождения. Ждала, не могу дождаться, чтобы люди отошли. Ладно, в общем, вот так вот. С днем рождения. Крас какой-то пахнет. Ну, в общем, сегодня получается как и День народного единства, и праздник, день этого торгового центра неба. Вот так вот. Красиво все оформлено, народу все немного. Вот какие-то все салюты. Короче, штучки. Интересно. Да, мы с деньгами. Пошли с деньгами. Мы знаем, где-то вот тут их раздают. Точно знаю, где-то вот в том районе точно там деньги можно выиграть. Вот так вот берешь и выигрываешь. Я выиграла деньги. Посмотри, сколько денег. Ура! Еще больше стало. Что, деньги на кармане есть? Пойдем их тратить. О, магазины всякие разные. Ой, красивые. Всяко разнодеждам. Коллинс. Зайти еще посмотреть Коллинс что-нибудь себе. Правда, у меня уже есть две кофты. Но кофт много не бывает. О, вот это красивое. Прикольное. Беленько. Класс. Хороший магазинчик, сейчас мне прям очень нравится. Иду я. Сейчас зайду, посмотрю. Иду. Я хочу зайти еще раз в Коллинз на 5 минут. Чисто чекнуть кое-что. Там вот красивую кофточку увидела. Не все. Может, что-то появилось. Интересненько. О, смотри, какая интересная кофта. С джинсой. Вот у них там красивая очень такая. Добрый вечер. Так, ну это я, по-моему, видела подобную. Кстати, прикольная тоже. По-моему, я ее не мерила. Вот такая вот. Она коротковатая, к сожалению. Я там на входе видела очень такую прикольную кофточку. Что здесь найти? Может, здесь есть. Но такую я мерила, только я фиолетовую мерила. Вот, можно, в принципе, и светленькую подобрать. Чтобы баклажанчиком не быть, да? Вот такую я мерила. Прикольная, кстати. Штанишки тоже. Под них. Получается, здесь немножко побольше, чем в Фантастике магазин. Но ассортимент там больше. Ну или хотя, может быть, разный ассортимент. Тут, там, сям. Странно. Ну ладно. Ничего интересного мне пока что. Мне вот это вот понравилось. Вот такую хотела посмотреть. А что-то я его смотрела и не нашла. Ты не видел? Вот она такая. Вот, толстовка 2,790. Вот. Куртка 8,400 и брюки. Куртки не вижу. Вот такую я хотела посмотреть. Вот. Я как-то собираю коллекцию. 2,790. Вот такую хотела посмотреть, померить. Она светленькая как раз. Тоже с капюшончиком. Вроде тепленькая. Где? Вот здесь вот? Вот это что ли? А, вот здесь вот они, кстати. Скорее всего, да. Вот они висят, да. Чего они прячут их? О, вот это прикольно, смотри-ка. Толстенькая такая. Вон там сзади, здесь две куртки, а сзади вон они. Ага, сейчас, кстати, посмотрим. Девчонки, у меня три варианта. Мне тут девушка помогает. Говорит, все нашла мне, смотрите. Три разных варианта. Сейчас будем мерить. У нас три варианта. Вот такая вот. Вот. Элька. Смотрите, вот такая толстовочка. Светленькая, хорошая. Что у нас здесь написано? Current Mood. 1983. Прикольно. Вот такая вот толстенькая. Смотрите. Вот. Тоже плотненькая, хорошая. Хочу вот такие толстовочки покупать. Тоже Элька. Элечка. Так, где-то 3,5 уже идет. И вот такой свитерочек мне понравился. Вот, тоже Элечка. Так, свитерочки не знаю, сколько стоит. Обратил внимание. Элечка. 2,700. В общем, две по вот это 2,700. Вот это 3,5. Здесь так, знаете, это внешне такая плотная, а внутри мягенькая. Здесь, видите? Ой, кстати, прикольно. Это, знаете, как мех вот этот искусственный, как у меня штаны от Василька. Девчонки, я пошутила, сейчас говорю, собирает свою коллекцию. Девчонки, Элька стала моим размером. Посмотрите. Вот. Так, она сейчас вам показаться. Отлично сидит.
Горло мне нравится, то, что, видите, прикрыто, закрыто. Вот такой воротничок-стоечка. Сейчас я поближе покажу. Воротничок-стоечка. Вот. Сама покажусь. В общем, Элька стала. Щик-щик-щик-щик. Макарена. Макарена. Ну что, как? Иди сама. Как у вас? Он не хочет помогать. Он не хочет меня. Сейчас покажу. Вот этот вот свитерочек очень теплый. Наверное, за счет того, что он вот шерсти. Хотя мне сказали, там внутри только акрил. Вот еще одна толстовочка. Смотрите. Вот он до мне даже немножечко оверсайз уже идет. Видите? Белая. Вообще красивая. Красивая. Мне не нравятся рукава длинноватые. Но внутри очень приятная. Как тебе? Фости. Тут еще? Она внутри, кстати, смотри. Мех как это, как штаны с сыном. То есть на меху получается. Нет. Типа плюш. Ну чё? Они так и должны. Она на меня уже тоже оверсайз немножко. Ну чё? Если бы я была еще меньше, она бы вообще так не висела. Еще второй вариант не нравится. Очень нравится. А, кстати, плотная такая. Выше она сверху. Такая вот, как вот... Ну, у нее плюш. Да. А внутри она такая пушевая, классная. Ну, как утеплитель идет. Мне вот это прям очень нравится. Светлый вариант. Шикарный. Шикарный. Обалденно, вот это прям по душе. Ну, рукава, конечно, но тем не менее. Зато так раз, все. Так вот запаковаться. Светлый цвет. Так, давайте еще один вариант, из-за которого я вернулась. Вот это еще посмотрим. Мне нравится вот из этих ставочек. Такой, знаете, какой-то вельвет. Такой интересный, красивый. О, здесь, кстати, тоже. Блин, я же подхрюкнула от удовольствия. Нет, здесь вот, знаете, здесь больше как на флис похоже. А здесь вот именно, знаете, как... Хотя... А здесь вот именно мех. Смотрите, видите, мех. Щик-щик-щик, мех. А здесь вот именно, видите, как вельвет. Ну, или как это флиска. Сейчас поверю. Вау, что же выбрать-то? Блин, такой выбор большой вообще. Я так разорюсь. Еще один вариант вот такой вот. Рукава хорошие уже на этот раз. Видите, держится. Вот, но, честно, мне вот эта белая больше понравилась. Она более свободно мне сидит. Вот, это так более плотно. Нет, конечно, это очень интересная такая. Но она, как видите, такого молочного оттенка. А вот это прям светлое-светлое. Видите, он еще тут какие-то штуки непонятные. Мне вот это прям белое-белое понравилось. Мне кажется, она мне самый лучший вариант. Сейчас это посмотрю. Что вам скажет? Еще один вариант. Что, последний? А? Она, кстати, похожа вот на ту предыдущую черную, которую я взяла, да? Вот та немножко посвободнее предыдущая белая, да? Та немножко посвободнее. Это очень похоже на ту черную. Еще вставка. Да, видишь? Вставка интересная. Вельветовая. Вельветовая вставка. Тебе какая больше нравится? Не знаю какая. Что тебе носить-то? Мне больше всего белый понравился. Вот вторая. То, что мех, да? Вот как у меня. Да. Мех, да? Вот. Вот у меня мех, а вот у тебя там плюш. Че, какой выбираем? Выбирай. Я вот это хочу. Бери две. Та-та-та-та. Бал спишь. Все, я вот это, наверное, возьму. Мне очень хорошо зашла. Она толстенькая такая. Да, толстенькая. Плюс, знаете, ну, у нее проблема вот то, что рукава. Вот это лучше рукава сидят. Чем вот резиночка свободная просто. А, понятно. Ну вообще там очень классно. Белый цвет. Смотри, чуть-чуть. Хорошо, слушай, у меня, походу, магазин объявил охоту. Они мне тут все тащут. Всякие интересные вещи. Смотрите. Вот такие вот штаны. Какой размер-то вообще? Элька? Ну, они тоже как оверсайз идут. Сколько они хоть стоят? Сейчас накуплю.
2600, слушайте, вообще недорого. Они прикольно вообще, вельветовые, светлые. Блин, обалденно. Так надо мерить. Смотрите, внутренний начёс такой. Блин, только, конечно, зимой белые. С той кофтой будет очень классно сочетаться. Блин, я сейчас разорюсь, что я творю. Это не такие, одни вот такие. Сейчас надо померить. Вот это на резиночке, а вот эти вот надо мерить. Слушай, ну по размеру вроде нормально, да? Вот на эту ногу смотрите. Потому что здесь у меня этот бандаж на ноге. Обращайте, по длине шикарно. По размеру вообще нормально. Они идеально сели. Босиком хожу как бы. Ну что тут? Оп, нормально. Не, вообще. Из кармана есть какие-то даже. Смотри, прикольно. А где мои? А вот тут. О, да. Они 2700. Те еще пока нет. Но мне вот эти прям зашли. А потрогай они какие мягкие. Потрогай какие классные. Да. Но их надо погладить. И, конечно, без бандажа одевать, потому что, видишь, у меня вся нога затянута. Вот по этой ноге. И по длине они шикарно, смотри, да? Смотри, раз кармашек. Вот здесь вот тоже кармашки. Белый костюм. А, кстати, как раз под ту кофту, которую я отложила, идеально подойдут. Ну-ка, держи вот так. Все. Вообще не ожидала, что я сегодня приду на шопинг. Я думала, мы здесь просто посмотрим. Зайду, посмотрю кофточку в итоге. Блин, слушайте, мне прям вот эти брючки очень нравятся. Так, знаете, куда-нибудь прийти в светлую. Даже вот темная вот эта вот Лиссабон шикарно смотрится. Вот так вот немножко сделать. Так вот. Конечно, бандаж не одевать. Шикарно. Смотрите. Один, да? Девчонки. Брюки. Смотрите, костюмы. Прям не можно. И они теплые, кстати говоря, такие. Ну, так вот, когда прям стоишь. Все, черное там себе надеть. Хочу белый костюм. Девчонки, для сравнения. Смотрите, какой костюм получился. Светлый. Я решила просто кофточку померить. То есть так вообще неплохо, да? Такой вариант. Даже с этой вот кофтой, да, ничего так плохо. Да, вот так сделать. Сейчас померяю. Да? А класс. Вообще. Смотрите, да, мне прям очень нравится. Нет. Все-таки вот те брюки лучше. Все, эти, конечно, натянулись. Но нет. Они такие, знаете, вот эти какой-то, как штаны. А те реально как брюки красивые такие. Еще такой второй вариант, эти вот натянут. Если тебе хоть как-то. Да, да. Вот. А так вот сосвет. И на ней будут каточки видно. А? Каточки будут. Ну каточки, не каточки. Нет, тебе будет намного интереснее. Тебе вельвет. А она этих будут каточки. Стираешь. Здесь время. Ну что? А там как Леша идет. Да, может они вельветовые. На что, вельвете не делать резинку. А стой, еще будет лучше. Она тоже как читает вельвет. Сейчас. Короче, я говорю, попросила вот это принести, там ее уже отложили. Я говорю, хочу сейчас брюками вот этими белыми там мерить, как оно будет. Вот. Просто я не могу определиться, то ли кофту вот эту брать. Но она, видите, она такая коротковатая, маловатая. Вот. Да это посвободнее. Ну, как она будет с брюками? Потому что здесь, вот смотрите, здесь молочный оттенок, а здесь белый. А вот этот вот как раз молочный, и вот с этим сочетание классно. Видите, идет бежевый такой оттенок. Ой, все, короче, шапогулик. Так, девчонки, еще раз. Вот такой вот вариант, вот с этой кофточкой со вставками. Первый вариант. Интересно, но вот так вот.
А если еще больше похудеть, будет вообще хорошо, да? Вот эта кофточка будет посвободнее. Вот. За счет вот этих вельветовых вставок, конечно, шикарно смотрятся вот эти вельветовые брюки. Вот так вот. Вязать так вот. Чик-чик. Такая белюсенькая вся. Классно, да? И сейчас вот еще померю вот эту кофту. Второй вариант. Так вот. Как вам? Брюки светлые и белый вверх. Мне вот эта вот сама толстовка очень нравится. Блин, правда, рукава. Ну, в общем, как-то так. Сейчас вам покажу. Такой думаешь? Продолжение. Ну? Вот, идет. Клеточку мелкую. Потом начинается поволочка. И пошла дальше. Ну да. Как-то он больше, да, сочетается? А там, конечно, красиво, там тоже эти ставки вот эти вот вельветовые по бокам, но тут прям светлый цвет, такой красивый костюм. Там темные ставки. Хоть, блин, снимаю этот бандаж, сейчас понравится. Ну, так нормально, да? Не, мне вот это вот больше нравится. Мне вот этот толстовка прям зашла. Ну, шикарно. Короче, беру такой комплект. Костюм, да, сегодня. Костюм. Так, под лицо, все к лицу. В общем, беру вот эти вот вельветовые брюки. Теплые, хорошие, кстати. Мне прям очень понравились. С кармашками. Вот, и вот эту вот белоснежную толстовку. Блин, мне очень понравилось сочетание. Нет, конечно, вот это вот сочетание намного интереснее. Она хоть и такая, знаете, незатейливая. Ну, в смысле, не очень так много всяких вот этих ставочек, как вот в этой. Но, блин, она обалденно смотрится. Вот с этим. И как Валан правильно сказал, видите, продолжение вот таких вот бороздочек. Вот с этим. Шикарно. Короче, как-то так. Ну что, правильно? Все. Короче, муж мне сделал подарок. Спасибо, муж. Ну, или я сама сознаю. Короче, наш совместный подарок. Все. Он все убирает, все складывает. У меня теперь большой пакет есть. У меня был маленький, теперь большой. Вот так. Так что вот, ура, у меня есть покупка. Все, благодарю вас. Все, спасибо огромное. Спасибо. До свидания. Ура, девчонки. Я теперь модная и красивая. Ля-л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 я
Вот. А сейчас еще чуть-чуть похудею, будет еще лучше на мне все сидеть. Вот. А то что у меня все темное, да темное. Теперь у меня есть все светлое и красивое. Вот. На Новый год. Подарки себе делаю. Девочки, знаете, я делаю все подарки на похудение. Так что вот. Оцените мой выбор. Причем, знаете, у меня сейчас получается три кофты на толстовке, и можно будет сочетать с этими светлыми брюками. Либо брюки светлые, либо это, либо то. У меня теперь полно сочетай. В общем, модно стало и красиво. Оцените вариант.